Ну что, очередной день зимы в Англии. Но сегодня всю ночь, это прошлую ночь, вот, которая была сейчас, всю ночь шел снег, минус парочка. Ну, сейчас показывает минус 4. Ну так примерно и было всю ночь. Да, все до сих пор на летней резине. Короче, скорость 20 миль в час. Ну, это примерно... Сколько там? 30 км. Ну, даже меньше, чем 20. Все очень медленно едут, потому что я тут с одной горы съезжал. Думал, сейчас как на санках заеду в какой-то из домов. Я не рискую превышать рубеж 20. Настоящий шторм уже начинается, такой буря. Все аккуратненько так едут. И так вот целый день. Англия. Находимся мы примерно с запада от Лондона. Это миль так 15-20 от Лондона. Упс, так, что-то тут... Видел сегодня один перевертыш. Конечно же, я не успел заснять. Ладно. Надо посмотреть навигацию, что показывает. А навигация у меня в этом же телефоне. Ладно. Да, какая-то небольшая горочка и пробочка. О, ёхайды, там, блин, фура. Ёхайды. А чё, они не могут заехать? Что-то непонятное там спереди происходит. Видимо, на горе, когда люди заезжают, их заносит. Сейчас переключим. Протерем. Хрен, там ни черта не видать. Ну да, видимо, люди это самое очкуют и подниматься. Ну, в общем, посмотрим, как я заеду. Ну да, пока я поднимался в гору, все так побежали, а я попер поперед. И меня так немножко влево-влево. Сейчас покажу, что тут. Какие тут сугробики. Ужас, какие тут сугробы. В общем, я на второй скорости скинул, короче. Все очкуют. Фуры вообще, блин, даже не пытаются разогнаться. Да, это катастрофа. Никто уже ничего тут не собирается ни чистить, ни брызгать, ни соль, ни песок, уже нет смысла. Они знают, что пару дней это будет, катастрофа, все как бы с этим готовы, к этому готовы. Все по домам, сейчас я тоже к клиенту заезжал, он говорит, не-не-не, давай счетчик не будем менять, потому что я хочу домой, шторм надвигается. В общем, как-то так и едем. Жалко, конечно, что я не могу включить, постоянно записывать, потому что это небезопасно. Пока прямая дорога, я еще позаписываю немножко. Катастрофич. Ладно. В целях безопасности съемку прерываем. Он женщина, драйвер. Фура-драйвер. Да, тут очень часто встречаются женщины, которые водят фуры. Ох, какая. Вьюга. А потом кому-нибудь рассказать.
расскажешь, что в Англии тут, блин, буря и снег был. Вот сегодня что у нас? Среда, четверг. В понедельник будет запись. Увидите, что ха-ха, тут уже все растаяло и солнышко светит. Да, моторвей нормально тут такой, весь мокрый. Ну то походу соли нафигачили. Все едут так более-менее 60 миль в час. Так, куда нам там поворачивать, не поворачивать. Посмотрим, что там будет дальше, ближе к дому. Ну да, здесь прям таки совсем чистый асфальт. Как съезжаешь с моторвея, тут по-любому должно было прочиститься. Но машин так мало, обычно тут такие пробки. Ну вот и подошел мой снежный день номер два к концу. Без происшествий. И слава богу. Да, итоги дня. Один перевертыш был. Одна машина сейчас там стояла на обочине. Потом, да, видел. Ну так, 10 аварий даже не видел, в принципе. Машин было немного, в основном. Ну, я думаю, разов 5 меньше машин. Ну, это так, на скидку, конечно, но намного меньше машин. Да. Завтра еще один день. Еще снег фигачит полным ходом. Телится, метелится. Ветер такой небольшой. Ну так, где-то минус 3, минус 4 градуса. Trump's the motherfucker, I'm so good. I'm Mr. Trump.